Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале, всех приветствую в Канаде. Мы сегодня с вами пойдем в магазин Кос. Мне девочки написали в комментариях, что там есть распродажа началась. И действительно, мы видим, что здесь написано до 50% скидка. Это очень интересно. Давайте посмотрим, что есть почем, какие скидки. Давайте пойдем внутрь и посмотрим. Вот оранжевое платье, по-моему, это я вам его показывала. И ой, какое красивое платье вот здесь на манекене, черное. Я не знаю прям, что делать, мне идти сразу в распродажу или поснимать в самом магазине. Я думаю, что я немножко поснимаю в магазине, если будет что-то новое. Вот кроме вот этого вот черного платья, которое на манекене красивого, я пока ничего нового не вижу. Если честно, я не очень помню, что здесь было и что я уже примеряла. Может быть, посмотрим, что вышло на распродаже. Я не знаю, если мне там получится съемка в этом месте, потому что там, где у них зал, где сейл, там гремит всегда музыка, и я просто не могу там ничего комментировать. Я, наверное, просто буду молчать. Вы помните это платье прекрасное? Оно, как вы видите, не на сейле. Вообще много чего, что я здесь примеряла и что мне нравится. Я смотрю, что пока что висит здесь. Это значит, что на распродаже оно не вышло. Ну вот, я вижу 70%. 70%. Чудесно. А, собственно, вот здесь у нас мы как раз попали уже в зал, который распродажный. Вот написано до 60% скидка. Здесь 70%. Розовый вельветовый пиджак, жакет. Вот это платье мы мерили, и оно мне очень понравилось. Давайте посмотрим, но 50% на него. Значит, 175 долларов, и половина цены это получается где-то 85 долларов, что, конечно же, не так уж страшно, но не бесплатно. Вот это тоже 60% сейл. Вот это платье мы с вами не примеряли, я во всяком случае не помню. Вот что-то бордовое, о, какой интересный, 70%, скидка была 150, это уже хорошо. Посмотрите, как оно интересно сделано. Если будет мой размер, я обязательно его примерю. Розовенькие. Вот это вот 50%. По-моему, я его или мерила, или вам показывала. Точно не помню. Слушайте, вот такое вот бархатное платье. У меня есть такое серое с длинным рукавом. Это с коротким. Вот с такой же горловиной. Оно дорогое, кстати, 225 и 70%, но, честно говоря, цвет такой мне не нравится. У меня есть серое, оно намного интереснее выглядит. Новогодний эдишн, блесточки, 225, 70%. Вот такое вот платье в сверкающих пайетках. Трикотажное. Так, это, по-моему, комбинезон. Да, это комбинезон, но он стоил 175, и на него сейчас 70% скидка. Это довольно уже будет хорошая цена. Вот интересное платье, 150 долларов, 60% скидка. Видите, такое парашютное платье. И вот это платье, я помню, что я его примеряла, вот это джинсовое платье, на них 50% скидка, но они были очень недешевые. Поэтому 50% это не так уж и много. Не помню, но я помню, что оно было из дорогих. Сейчас. 225 оно стоит. Вот это вот платье. Я помню, что я его примеряла в один из своих первых визитов в Кос. Вот это симпатичное. 50% на него сейчас скидка. В общем, действительно, распродажа бурлит. Смотрите, какое интересное. Какое красивое зеленое платье с бантом, 150 долларов, и написано, что оно не на сейле. Так, давайте еще посмотрим, здесь есть пуховики, я смотрю,
зимние вещи, свитера красивые. Вот как-то сейчас летом совсем не хочется покупать свитера, понимаете? 60%. Девушки, мы в примерочный вкус. Вы видели, я вам показывала, началась распродажа. В общем, много чего на распродаже. Единственное, что нет совершенно моих размеров. Весь магазин или двойка, или 12. Двойка это где-то экстра-экстра смол, 12 это где-то экстра-экстра ларч. Поэтому мне очень трудно было что-то найти. Я принесла полно вещей не моего размера. Влезу, не влезу, влезу, покажу, не влезу, не покажу. Покажу на вешалке. Все так, видимо, подразобрали, поэтому уже мало что осталось. Так, я сегодня, кстати, тоже в платье от Кос, которое я здесь купила тоже на сейле, не помню в какой год, прошлый или позапрошлый. Оно очень интересное, видите, оно сделано вверх из трикотажа, а юбка валан из хлопка. Это тоже хлопок, но такой трикотажный хлопок. Ну и понавешала я тут всяких своих бусиков на него под жемчуга. Сережки у меня с жемчужинкой. Вот, босоножки белые, сейчас мне напишут, что я как елка, напялила на себя столько украшений. Я вообще не знаю, что плохого в елке, почему елка является эпитетом чего-то безвкусного и чего-то over, что-то too much. Потому что мы все так любим елки, мы так ждем Нового года, мы с таким удовольствием елку наряжаем в разные красивые украшения. Почему человеку сказать, что а то нарядилась как елка? Мне, например, это, я считаю, что это комплимент. Все, давайте примерять. И не знаю, с чего начнем, посмотрим. Короче, первый блин комом, просто ужасным комом, опять же из-за размеров. Вот принесла тельняшку, она размер смол. Большего размера не было, ну и она мне, конечно, мала. Обыкновенные совершенно коричневые брюки. Я искала брюки черные, помните, я примеряла когда-то здесь очень такие узкие, высокой талии и такие широкие брюки черные, которые были тогда довольно дорогие. Их здесь нету в магазине. Онлайн у нас Кос нету в Канаде, не продают. Поэтому что есть, то есть. Ну, в общем, долго не буду задерживаться. Какая-то лажа, обычно совершенно коричневые брюки, обычно это. Брюки мне более или менее тоже маловаты, как-то футболка вообще маленькая, в общем, все плохо. Так, брюки были размер 10, они мне все равно маловаты, $175 они стоили, сейчас на них 70% скидка, в общем, тоже недешево. Футболка, 50% скидка, и стоила она 60, то сейчас она стоит 30, это довольно дешево, но я, как всегда, взяла какой-то уже перемазанный, размер маленький. И перемазала не я, честное слово, на мне ни грамма крем-пудры нету, мне нечем мазать. Вот, и, в общем, ну, обычно. Просто я искала что-то к брюкам, ничегошечки не нашла моего размера. Принесла все равно что-то мне, что мало. В общем, я что-то начала с левой ноги. Комбез тоже мне маленький, размер 6, мне нужен 8 или 10, но не было. Вот так вот.
все, что я сегодня принесла. У нас сегодня какие-то будут не очень удачные примерки. Следующие вещи по мере, которые мне как раз, иначе вы все убежите с моего видео. Никто не останется смотреть. В принципе, комбез неплохой. Здесь, видите, он сверху такой у него вырез, сзади замок. И пояс здесь, он в принципе неплохой, но вы видите карманы и все, на пузе он мне маленький. Очень сильно вот здесь вот он мне жмет. Хорошая длина такая, я люблю такую длину брюк. Но, увы и ах, нету размеров, нету. Так, комбинезон, размер 6 мне мал, $175 он стоил, и на него сейчас 70% скидка, то есть, в принципе, цена неплохая. То есть, он где-то получается $53, в принципе, это хорошая цена. Я не посмотрела его состав, но я думаю, что это хлопок. Он выглядит как хлопок, но он не маленький, все равно маловат. Чудесное чудо, платье, которое мне наконец-то по размеру и не мало, даже, я бы сказала, так свободненько на мне. По-моему, это тоже 6 размер. Но это из таких больших парашютных платьев из кос. У него интересная застежка сверху. Видите, вот такие вот пуговички. Здесь разрез и пуговицы. Мне не очень нравится вот эта горловина. Она как-то создает впечатление, горловина и плечо, создает впечатление, что вы оделись в мешок. Вот просто прорезали дырку в мешке. И вот эти вот все здесь складки и сборки, они как-то... В общем, мне это не очень нравится, если честно. Может быть, на мне, потому что у меня маленькие плечи покатые. Мне вот такая вот такой фасон. Фасон мне хорошо, но вот эта вот горловина, вот эта штука здесь, сборка вот эта, совсем как-то мне не подходит. Хотя платье симпатичное. Видите, у него так красиво сделан низ отделан. Я посмотрю, с чего оно сделано, я посмотрю цену, но я не могу сказать, что я в большом восторге от него. Просто большое широкое платье, хотя бы то, что оно на меня налезает, уже за это ему спасибо. Карманы, в общем, красивый цвет, такой голубой, приятное платье. Но не совсем, как бы, не то, что я очень уж так бы загорелась на нем. Так, оно сделано из 100% хлопка. И это размер 8, не 6. Вот здесь вот что-то было SX. Я подумала, но здесь написано size 8. То есть 8 размер, $150 оно стоило, и на него 60%. Значит, оно будет стоить где-то 70... Ой, что я говорю? Где-то, наверное, долларов 60, 50. Сейчас я посчитаю. Да, ровненько $60. Здесь почему-то написано... Лиоцель, но на этикетке было написано как-то хлопок. Дайте-ка я проверю. Да, это я не досмотрела, правильно. 52 лиоцел, 48 хлопок. И 100% хлопок это на подкладке. Вот здесь есть подкладка, внутри у него пришитая подкладка. То есть это подкладка 100% хлопок, а платье наполовину лиоцел, наполовину хлопок, что тоже совсем неплохо. Вот хорошо, что я здесь прочитала и увидела, что это не 100% хлопок, а что-то примешано. Так, совершенно неожиданно не мой размер, но оно мне подошло. Это вообще двойка, представляете? Но вот эти платья широкие у них, они большие. Это второй размер. Я думала, что я вообще в него не влезу. Я посмотрела, что оно такое широкое, просторное. Здесь у него разрезы по бокам. Оно мне нравится очень. Здесь пуговички вот так, они застегиваются доверху, но я не люблю это. Воротничок. Манжет такой, красивая расцветка, ну такая необычная, такая под леопарда, ну такая, знаете, из необычного леопарда, хорошая такая длина, но сзади немножко длиннее, опять же разрезы, свободное просторное платье, и к нему прилагается пояс. Сейчас я его завяжу не потому, что я люблю пояса, а потому, что пояс прилагается в комплекте. Вообще платье красивое, девочки, надо посмотреть, из чего оно сделано, сколько оно стоит. Мне довольно... Люблю такие фасоны, вы знаете, это мой фасон. Вот сверху оно облегает, а здесь от груди оно как-то так расширяется и создает очень красивый силуэт. И расцветка такая, его можно носить и зимой, и летом. В принципе, коричневый, сиреневый, странный такой леопард. Немножко мрачновато, но на все случаи жизни будет хорошо. И, по-моему, оно мне неплохо вот... По цвету к лицу, правда? Я же раскраснелась вся, Вот же тряпочница. Так вот оно выглядит с поясом, тоже очень симпатично. И оно мне совершенно не мало нигде, ни в плечах, ничего. Хотя это двойка, второй размер. Но вы знаете, вот в косе есть вот это вот тип платьев широченных, которые, в принципе, чем больше размер, если бы это был мой там 8 или 10, я просто в нем утонула.
А так, в принципе, очень симпатично. Так, значит, платье сделано из 100% вискозы. Видите, второй, двоечка, второй размер. Стоило у нас $175, сейчас 60% на него скидка. Это значит, оно будет стоить $70, правильно? А, ну, нормальная цена, не страшная. Потому что она мне нравится, да. Видите, как интересно здесь сделана пуговичка. Да, вы поняли, что я на него запала. Именно на... Сзади оно тоже такое собрано. Очень удобное, очень, на мой взгляд, платье в первый мир. Вот я в нем могу и на работу пойти, и с девчонками в ресторан, и в гости, и куда-то. Видите, оно не такое мрачное, как мне показалось в зеркале. Вот на свету у него вот такое довольно, оно довольно такое яркое расцвет. Честно, мне нравится. Так, что-то у нас такое зелененькое. Короткое платье, но оно в меру короткое. Оно не очень короткое, оно нормальной такой длины. В самый раз, я бы сказала, открытый сарафан, квадратный вырез. Спереди оно сделано такой ткань, как полоня, такая какая-то плащевка, а сзади трикотаж. Но я вам когда сниму, покажу. Значит, тоже здесь есть карманы, вот здесь есть карман. Они, кстати, были такие черные, вот это зеленый. Потрясающе красивый цвет. И вот размер медиум, мне, по-моему, в самый раз во всех местах. По-моему, очень красивое платье, девочки. Как вы считаете? По-моему, мне очень оно идет. Это я вас уговариваю или себя? Даже оно как бы короткое, но оно не очень короткое. Оно такое широкое. Ну, в общем, такой baby doll. Платьице симпатичное. Так, значит, это был размер medium. Стоит оно, стоило 150. Сейчас у него 50% скидка. Это получается 75, значит, оно будет стоить. Вот это вот синтетика у него, а с обратной стороны, видите, какой трикотаж такой. Это где-то, там было написано 86% хлопок, остальное эластан. Очень красивый цвет, очень красивый квадратный вырез. Мне очень нравится его длина, мне очень нравится его ширина, мне очень нравится его зеленый цвет. Вот так. Еще одно короткое платье, прикольное, но это уже тоже двойка, и она уже мне мала. Тут уже без всяких вопросов, она мне мала вот здесь. То есть размер 6, наверное, был бы в самый раз. А, оно странненькое, мягко говоря, но необычное. Значит, тут такая оборка, тут такая оборка. Прикольная, вы знаете, я люблю такие вещи. Я вытащила еще свои бусы все, чтобы украсить его здесь сверху, потому что оно здесь такое plain, обычное совершенно. А здесь прям такие оборки. Но видите, оно вот здесь вот, в принципе, довольно объемное, а вот здесь в груди, конечно, мне маленькое. Был бы, наверное, размер 6, хотя бы 4, но лучше 6, было бы лучше. Но я не знаю, ли стала бы я его покупать. Если бы я выбирала вот это зеленое или вот это, я бы, конечно, это оставила, потому что, несмотря на необычность и то, что вот я люблю, я сама пришла в похожем платье, таком синим с белой оборкой, вы знаете, вы видели меня, да? Но то какое-то немножко менее такое, а здесь прямо вот, ну, может быть, было бы больше размера, оно было бы подлиннее, пошире, наверное, может быть, это бы выглядело как-то более уподобающе мне, а так как-то оно, конечно. Хотя я не могу сказать, что оно такое короткое, оно вообще не короткое. Единственное, что вот это вот в центре у него, поскольку одна за одну заходит оборка, но я не могу сказать, что это так ужасно, прям коротко как-то очень, что мне прям совсем нельзя такое носить. По-моему, даже ничего не помню. Так, значит, 100% хлопок. Видите, второй размер маленький, конечно, $150, и на него 70% скидка, то есть оно будет стоить 45. Хорошая цена, я примерно по той же цене вот покупала свое то синее платье, в котором я пришла. Но, во-первых, оно мне мало, а во-вторых, странновато. Но если бы был мой размер, за такие деньги, может, я бы его и купила, потому что я знаю, что носила бы я его не часто, в принципе, носила бы, потому что ничего такого особенного в этих оборках нету. Ну, такое странное, да, но интересное. Ну и как на любом модном показе, под конец у нас платье невесты. Вы знаете, девочки, я очень давно хотела померить это платье, только синее. Оно было в синем и в белом цвете, потому что белое – это очень красиво, но это реально. Вот я прямо как невеста без места в нем. Еще туфли белые, так я вообще. Вот, невеста престарелая. А молодая была уже не молодая.
Но оно очень красивое. Вот синее, если бы было, я бы точно бы его взяла. Потому что оно так красиво сидит. Это 10 размер. Вот это мой размер. И мне нельзя ни на размер меньше, потому что вот здесь вот эта вот резинка. Вот это мне было главное мое, чего я боялась, что вот эта резинка будет очень сильно облегать пузо, и пузо будет торчать. Но оно как-то так хорошо сделано, что ничего не торчит, все очень красиво. Единственное, что, конечно, белый цвет я не возьму. А синий бы точно взяла, если бы оно было синее. Оно было такого красивого темно-синего цвета. Красивый такой квадратный вырез, вот такой вот рукавчик у него. Можно даже так приспустить плечики и сделать такой вот вырез французской пастушки. Да, ну очень симпатично. Так, вы знаете, состав у него, я думала, что он 100% хлопок, но нет, 68 хлопок, 28 полиамид и 4 эластан. Я почему-то была уверена, что это 100% хлопок. Очень хорошо сделана аккуратно вот эта резинка, такая плотная, не такая сопливая, растянутая, а довольно такая хорошо так сделана, что ничего не облегает. Значит, 10 размер, $175 и 50% на него. Короче, это получается $88. Дороговато как-то для белого платья. Такого очень редко буду его носить. То есть белое вообще не рассматривается. Было бы синее, я бы еще подумала, но белое нет. Нет. Ну что ж, девушки, вот такие у нас были с вами сегодня примерки. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно. Вот такая распродажа у нас в Кос сейчас происходит. Есть симпатичные вещи, есть очень хорошие цены даже, в принципе, неплохие. Единственная проблема, что в нашем Кос все размеры практически раскуплены, и остались только совсем маленькие размеры, и для меня это как бы для многих, я думаю, это большая проблема. Все, увидимся в следующем видео. Напишите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Буду очень рада вашим комментариям, лайкам и подписке. А с вами была ваша Дита из Канады. Всех люблю, целую. Пока-пока.